детей в школе номер один всегда встречают с радостью. Перед 9 мая каждый год народный хор «Ветеран» приходит в гости к школьникам и дает концерт. Встреча состоялась и в этом году. В качестве слушателей на ней присутствовали учащиеся первых шестых классов. Директор школы Алла Дубровина выразила благодарность хоровому коллективу, руководителю хора Светлане Смирновой, концертмейстеру Анастасии Грубовой и пригласила вокалиста хора на столетний юбилей школы, который образовательное учреждение отметит 10 июня. Мы помним, как вы приходили нас поздравлять с 95-летием, и, пользуясь случаем, я вас сразу приглашаю к нам на наш 100-летний юбилей. 10 июня в 15 часов во Дворце культуры. Мы будем очень рады вас вновь видеть всех на нашем юбилее. Ну а сегодня, вот уже по такой очень хорошей, доброй традиции, мы собрались, чтобы послушать песни в вашем исполнении. Сегодня у нас здесь ребята из самых разных классов. Очень рады, что вы нашли время и пришли к нам, откликнулись. Поздравляем вас уже сейчас с наступающим великим праздником, Днем Великой Победы. Это в первую очередь ваш праздник. Мы вас всегда очень любим, очень ценим. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, чтобы в ваших семьях всегда было хорошо. И чтобы вот это подрастающее поколение, оно всегда с уважением и благодарностью к вам относилось. Мы вас, еще раз повторяю, очень и очень любим. И поэтому с удовольствием хотим послушать ваш концерт. Давайте нашим гостям. Подобные встречи поколений приобщают школьников к хоровому вокальному искусству, знакомят с песенным творчеством старшего поколения, которое увлечено занятиями в хоре. Для таких встреч ветеран всегда готовит целую программу, в которой песни чередуются со стихами в исполнении солисток, а еще способствует укреплению дружбы между коллективами, буявлянами разного возраста. Концерт хора «Ветеран» в первой школе – одно из мероприятий гражданско-патриотической направленности.